Всем привет! Что-то меня конкретно выбило с интернета, не могла зайти. Сейчас надеюсь, что Светочка еще с нами. Привет! Да, меня выбило! Техника меня выдерживает, наша энергия. Твоя любимая тема. Твоя любимая тема. Ну, как это называется? Питание, да? Ты такой, да, ну тебе с этим твоим питанием. Да. Уходи, наслаждайся и люби дальше. Это, кстати, классно. Я хочу сказать, что это не про то, что отказаться от чего-то навсегда. Просто есть некие такие, знаешь, как верблюжье ушко, куда нужно пройти. И иногда это нужно. Ну, вот, знаешь, как что все совпало. Поле, мастер, правильно питание. И тогда этот переход идет проще, там сложнее всех собрать, все, когда тела у всех на разных вибрационных вот, уровнях, понимаешь? А потом, например, допустим, как я сейчас, я себе позволяю какие-то вещи, я знаю, что мое тело, оно справляется, потому что оно уже привыкло, то есть оно выстроилось на другом уровне, и мне не играет роль, как просто вопрос, хочу я это или нет, определяет из серии, понимаешь? То есть это не про то, что многие боятся, ой, там в это идти куда-то. Это не так, да, не так, но нужно в какие-то моменты, я это использую на ретритах, потому что это дает и мне легче как бы вибрационно всех поднять, перевести это. И у кого-то вдруг случается вот то, что, ой, вдруг полюбили, там девчонки наши же полюбили, мои там сейчас, уже те, кто был на прошлом ретрите, они с трудом тогда вошли в веганство, они теперь уже с родителями у меня, понимаешь, и пошел кто-то на без всего, на чистое, скажем, на прану пошли. Это тоже прикольно. Вот такие переходы, и тело очень хорошо отреагировало. Реально. То есть это, ну, надо давать просто ему попробовать. Если мы не даем попробовать что-то, то оно и не будет никакое. Ну, да. Как я узнаю? Да-да. Правильно? Поэтому вот. И нужны ретриты, нужен мастер, который это может показать. Вот для этого, по взаимодействию, как это делают другие. Для этого это и делается. Ну, вот для меня, да. Мне хочется так, это чтобы проходить. Давай с тобой что-то такое придумаем, потому что мне прям уже тоже хочется, знаешь, как... Ну, мне хочется уже в тело. То есть вот меня приглашает продолжение выстроить красивое свое эталонное тело, чтобы оно апгрейд произошло, да? Чтобы уже, если деньги, они вот тоже были другие, вертикальные, и это знаешь, как это был бы кайф, да, то есть это был бы кайф, и я сейчас даже выбираю осознанно, Танюш, у меня были немножечко таких горизонтальных денег, ну, те, которые, знаешь, мне, ну, может быть, типа, ладно, так уж и быть, да, знаешь, но уже не хочется. Вот я сейчас останавливаюсь только выбирать только то и только тех, которые идут вертикальные, неприятные люди, мне приятное то, что я с ними действую, и ты знаешь, как стал разворачиваться, то сейчас у меня фактически в результате люди притянулись таких масштабов, что ко мне приезжают на индивидуальные ретриты. И фактически у меня вот до конца августа уже какие-то дни, все это расписано, и даже я в поездке. Да, там, да, тем, конкретно на них. Я знаю, что у тебя цены достаточно... высокие, да, да. Но и то, что ты даешь, это, естественно, очень большой ценность. То есть это соответствует. Да, да. И здесь я понимаю, понимаешь, когда объем финансов мы можем пропускать, например, потому что все, кто меня прошел сейчас, скажем, Надя, которая мне помогала в прошлый раз, помнишь? Да, она заплатила в этот раз, и она сказала, что вот у нее расширился ее поток, и она поняла, что только, скажем, заякоряя через деньги, если стоит вопрос про деньги. Ну, так не бывает, что, ну, я как-нибудь здесь вот что-то там. Если человек хочет, вот люди не понимают одного. Если вы хотите что-то получить, заплатите. И причем, чем больше вы заплатите, тем больше вы получите. А вот так работает. А вот эта халява... Это емкость такая, да, это емкость. И что удивительно, вот те люди, которые сейчас ко мне, ну, с большими финансами приходят, но они переходят, как ты знаешь, как на другой уровень. У них все-таки это больше горизонтальный, вертикальный, да, и мы как бы сейчас инвестируем вот эти горизонтальные, вертикальные. Это классно, не надо от них отказываться. Просто нужно, чтобы тело выдерживало. Тело не выдерживает, вот в чем прикол. Тело не выдерживает, и вроде бы все есть, а очень много напряжения. И, кстати, эта женщина ко мне приезжает, и мужчины, у них очень сильно прокачанные, ну, как хорошие мужские внутренние архетипы.
нехорошая, вот прокачанный этот вариант. Ну, иначе тогда... они бы не выдержали большие суммы денег. Абсолютно. Да, да. То есть это как бы намек девочкам, кто хочет пропускать большие деньги, обязательно нужны отношения, этот альянс между внутренним мужчиной, причем желательно, чтобы он был на высоком уровне, потому что в середине где-нибудь, когда мужчина, он такой, он начинает хапать. Вот если у него, он не прошел туда в дух, у него раздувается эго, я просто заметила, и он останавливается. Ну, знаешь, как много, вот надо и это сделать, обслужить вот это. Он перестает духовно идти, понимаешь? Очень такая большая опасность. Вот здесь нужен мастер, который скажет, ты видишь, да, у тебя все идет, у тебя, ну, у тебя больше нет времени на свой внутренний вот этот рост. И это можно не увидеть. Можно настолько восхититься собой и сказать, смотри, как у меня, вот и здесь у меня деньги идут. И вот мне некогда заниматься там на ваши ретриты ехать. Зачем это мне, да? То есть, и вот здесь стоп. Вот здесь стоп получается, и тогда Вселенная, она как-то покажет или через разрушение тонкого или тела. Вот, как правило, ко мне приходит, вот, я вижу это уже изначально, что это будет. Но человек дожидается вот этой, как говорится, ты мне говорила. Я говорю, ну хорошо, ну говорила, да. Я понимаю, что человек приходит, когда уже начинает это разрушение внутреннее происходить. Уже понятно, что надо было вчера прыгнуть вместе с телом. И поэтому мы будем делать это загодя. То есть не вперед паровоза бежать. Потому что очень многие бегут вперед паровоза, тело не выдерживает, они разочаровываются и говорят, фу-фу-фу, как же это? Надо, ну, надо идти вот именно такими шагами, особенно те, кто, например, вообще не работал долго над собой, и вдруг понял, что там последний звонок, он вбегает, и здесь особое внимание, прям вот не все сразу хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и туда, и сюда, и вот это, и вон то, а как мое тело этими шажочками? Сколько сможет выдержать. Да, 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 и здесь как раз и нужно вот всякое, ну, всякой разной помощи, и технологий новых, и всего. И вот это все-все-все мы с тобой будем прям учитывать, укладывать, и тоже будет, это, я прям вижу, знаешь, как подготовку обязательно, что конкретно да. будет, что нужно будет как-то, да, чтобы, потому что чем лучше человек приедет, тем больше он возьмет и больше произойдет трансмутация тела. То есть, в принципе, я считаю, это вот ключевое, что, зачем вы ко мне приехали вот на ретрит. И классно, что Германия, я поняла еще, потому что здесь еще у нас получается очень классная вещь, что если здесь такие у нас дух, да, то там мы еще подключаем психосоматику и разум. Mm-hmm. То есть это там, собственно говоря, где у нас изначально все начинается, и наводим уже порядок, чтобы использовать то, что сейчас идет сверху, не просто раздачить, не принять, там, да, а как это можно, чтобы не помешало наша вот эта привычная мысль, там, мешалка, да, и вот это все, чтобы это было проекцией тела, потому что тело – это проекция, то, что мы о себе видим. Да, то есть вот мы посмотрим, кто как ходит. Я сейчас очень внимательно, кстати, наблюдаю, кто-то тяжело ходит, да, кто-то уже там в 40 лет рассказывает, как старо все уже, как уже мир, все у него уже все закончилось, все самое интересное. Я говорю, да вы что? У меня только в 50 все началось. Нормально. То есть, наконец-то. Наконец-то у меня появились силы. Наконец-то у меня появилось желание. Да? И вот это, конечно, основное, Таня, чтобы мы показывали своим примером. Вот это вот, наверное, не просто идет информация. То есть, ну, сейчас много кто говорит, какая информация идет. Но я смотрю сразу. А ты как? Вот, ну вот ты, идет информация, да. А ты освоил эту информацию, да? То есть, чтобы освоить и дальше уже быть вот этим ретранслятором. Ретранслятором, да. Помогая сформировать какие-то свои инструментарии, да? То есть у нас же как бы много. Мы там применим и твою матрицу, там и то, и все, и архетипы. Конечно. Да, я прям вижу, что это будет... Да, да. И, ну главное, чтобы каждый нашел вот этот свой какой-то, свою лего. Как он, я знаю, что мы тоже подберем это лего для каждого, и ты со своей стороны, и я, и мы поможем. Давай уже раскроем карты и скажем, что ретрит наш планируется 22 до 24 сентября в Германии. Более подробно, если вы хотите знать, пишите мне или Светлане в личные сообщения. Но заранее уже хочу сказать, что количество мест ограничено, то есть мы будем делать эксклюзивный ретрит, чтобы вы понимали, если вам отзываются наши слова, если это то, чего вы тоже хотите, тема ретрита и так далее, то пишите уже сейчас,
Потому что мы уже сейчас по количеству резервируем, соответственно, мы будем брать дом. Скорее всего, у меня еще там идеи, Танюш, мы с тобой отдельно поговорим. Но абсолютно точно 22-24 Германия, еще место, да, сентября. И это будет точно эксклюзив. Это реально будет то, что уже не повторится. Я знаю, что, ну, мне все время эксклюзив. И здесь я хочу, чтобы это было, ну, вот, ну, реально очень-очень прям особенно. То есть фактически вы будете присутствовать на, ну, не знаю, чудесном переходе. Я просто, Танюш, хочу, чтобы ты тоже в этом участвовала и меньше была в таком организационном, да, моменте. У меня есть там идеи. Хорошо, некоторые. Мы с тобой все обговорили. Да. Хорошо, конечно, я буду участвовать. Ты что, я же хочу. Это мне тоже надо, я это хочу, поэтому я же всегда делаю приятное с полезным, поэтому тебя и приглашаю в Германию. И, конечно, тоже многие девочки мои спрашивали, и когда ты в Латвии делала, о, когда в Германию. Вот, для тех, кто ждал, для тех, кто хотел, вот, Светлана приезжает. 22 по 24 сентября, дата стоит уже точно, место мы еще не то что думаем, мы его найдем, и оно будет классное. Вот ну, я да, хочу, чтобы... Такое... Ну, такой, да, особенное, мы его притянем, мы притянем даже с вашей помощью, если кто-то вот почувствует через свое тело, через свой дух, оно вам точно поведет вас к себе, да, то есть вот это, и мы тогда сразу включаемся, потому что у нас сейчас Таня будет такой особенный танец, как мы это будем все создавать, это тоже будет отдельный наш с тобой, ну, интересный момент. Новый да, опыт предвид. Такой, взаимодействие, да, но это будет... Немножко по-другому, сейчас мне прям пришло, я с тобой поделюсь. Да, немножко по-другому. Да? И поэтому вот важно, чтобы если у вас отзывается, говорите уже об этом сейчас, потому что чем раньше мы будем знать, кто пришел, что за запросы у вас, соответственно, мы под вас и будем выстраивать вот да. это вот все. Просто, все элементарно. Всегда, кстати, подстраиваться по первых, да. это, как правило, да. самые главные толкатели, и вы получите всегда намного больше. И, да. ну, скелет ретрита будет выстраиваться под ваши запросы. Те, кто первый да. скажет, вот здесь я хочу, однозначно у меня такой-такой запрос, такая тема, и уже, соответственно, мы будем работать. Да. Да? Не, мы не будем работать, мы будем. Нет, я с ума сказала, чтобы какая работа. Я ж про глубокие наслаждения. Да, да. Отлично. Хорошо, конечно, тогда... Мы еще вернемся с тобой, мы еще будем рассказывать в моменте, вот как будет создаваться все. Да. Надо же будет приходить нам. И потихонечку будем рассказывать, делиться и, соответственно, ждать вот именно тех, с кем мы зажжем. И включим свое тело в новом, скажем, именно в новом формате. Это ключевое, не улучшение, а именно новое. То есть, но это нужна подготовка определенная, поэтому опять, чем быстрее, тем мы быстрее дадим вам задачу, как подготовиться лучше всего. Мы дадим инструменты. Да. Ну вот я знаю тебя, я знаю себя. Если я вижу, что человек хочет, и он готов брать, я даю. Вот у меня нету. На, держи, делай. Только покажи мне, что ты на самом деле делаешь. Если просто брать для информации, это неинтересно мне такие люди. А те, которые делают, готовы, у меня куча инструментов. Я знаю у тебя куча курсов, программ и так далее. То есть ну, мы все это эксклюзивно подбираем. Вот это очень важно понять, что именно под запрос, кому что нужно, это будет собираться уже свое. Отлично. Танюш, я рада, все, тогда мы всему миру говорим, объявили то, что по секрету всему свету. С 22 по 24 сентября ожидает ретрит. Кстати, если кто-то думает, что это только для женщин, это не так. Правильно? Мы ждем и мужчин, мы приглашаем да, мужчин. И у нас, да, и у нас не только с 22-го, это у нас физическое, да, но у нас начинается за 10 дней до ретрита, и потом уже 21 день у нас программа, у нас это месячная программа, чтобы вы понимали. Это не ретрит, это одна часть. Да. Это часть, да, а так у нас программа фактически на месяцы больше чуть, да. чтобы было понятно, да. И если кто-то слышит тему омоложения, ему 25 лет, и думает, это не для меня, не про меня, тоже не думайте, это и для молодых тоже, потому что это для меня тема омоложения 40+. А для молодых это просто другое тело, другое чувствование, ты расскажешь лучше и больше об этом, и поэтому тоже добро пожаловать, молодые люди,
вам тоже будет очень полезно. У кого много целей, у кого много желания вот быть, потому что это важно вам прийти к 30 годам всем в очень хорошей форме, чтобы действительно уже в 33 встать на так, на свое предназначение, место, чтобы все, чтобы не как мы начали там разгребать что-то там после 35, а у вас должен быть все, вы вот запущены. Я прям очень хочу, кстати, молодых, я прям отдельно это. Те, кто понимает, в чем суть, почему так важно максимально сейчас уделить внимание своему телу, это как стартовый такой, чтобы к 33, это правильно, я не знаю, откуда я это знаю, да, но ты там наверняка по нумерологии расскажешь. Да. Но у меня есть ощущение, что для молодых это прям значимо, чтобы они больше не парились, 33, все, они пошли, поехали, и все. У них все сейчас будет такое как-то время, сейчас все должны вот этот переход, все слышат 5D-переход и так далее. Mm-hmm. Это не только духовное развитие, развитие сознания. Mm-hmm. Тело должно пойти тоже, перейти. А тело сейчас самое важное, Таня. Да? Я поняла, что я почему... Да. Это вообще не моя история, если честно, тело. Я и тело, которое вечно у меня опаздывало. Сейчас я понимаю, что я перепрыгнула всех, у кого было хорошее тело, в принципе. Ну, изначально выбрала. У меня было изначально хреновое, да, то есть мне нужно было в этом напрячься немножечко, да. И сейчас без него никак. Сейчас будет, это сейчас, скажем, ключевой. Все раскачали уже вроде сознание, все уже, энергии прут, все остальное. Усвоения не хватает. Я вижу, что не хватает вот этой сцепки, когда эти энергии заходят, и они хоть как-то там адаптируются у нас внутри. Вот это будем делать, да, то есть это не про энергию вашу. Энергия — это само собой, а как это так, чтобы вы изнутри двигались? И каждый год молодели, вот это вот вопрос, да, раз и расцветали, хоп, и двигались, и больше сил, и больше возможностей, больше можете взять на себя, вот в чем фишка, да, и вы не устаете при этом, вот, а не то, что там мне после 40 уже, ну, чего там уже нужно остановиться, какой остановиться, ну, вы что, сейчас только нужно расширяться, вот, только дети вырасти должны, это вот только там самый сок и смак, да. Вот. Ну, мы точно, да, не остановимся, это вот факт. Но я думаю, что лет там через 20 будем вообще здесь звезды зажигать, и все. Ну, значит. Даже не сомневаюсь. Ну, я сидеть, отлёживаться точно не собираюсь, поэтому всегда вперед. Да. Света, ну, спасибо большое, что пришла ко мне в гости, что рассказала. Мы еще с тобой будем это все обговаривать и держать вас, друзья, в курсе. Спасибо, кто нас смотрит. Если у вас есть вопросы, пишите, задавайте. По мере нашей организации мы будем вас посвящать, что мы уже нашли, допустим, дом или место какое-то и так далее, где это будет происходить. Но это будет однозначно очень эксклюзивно, это будет невероятно эффективно и вкусно. И нежно трансформационно. А ключевое — нежно. Конечно, дорогая. Да. Спасибо. Рада была с тобой пообщаться. Прям у меня и было хорошее настроение, но с тобой оно улучшается еще в разы. Спасибо, хорошо, внимаю, так. Целую. Да. До новых встреч. Пока.